Звоним по телефону, то используем сразу два канала связи. По одному каналу мы говорим, по другому слушаем собеседника. А иногда бывает, что собеседника связывает только один канал. Вот, например, пользуются рацией. По рации можно только слушать, что говорят другие. А чтобы самому что-то сказать, нужно нажать специальную кнопку. Тогда тебя слышат, а ты нет. Тут главное говорить по очереди. Если все будут болтать одновременно, никто ничего не поймет. Чтобы показать другим, что ты закончил говорить и готов слушать, просто скажи слово «прием». Вера, что это? НОО! Ты приедешь? Одинокая! Классики? Мама!